Бесплатно получать знания в уникальном для России образовательном комплексе смогут жители Прибайкаля. В ноябре начнется прием заявок на обучение в инновационном центре «Точка будущего». Его строительство завершается в Иркутске. Главное не проворонить момент подачи заявления, ведь прием будет вестись в порядке очереди. Ее сформулируют по мере поступления заявок на официальном сайте. В общей сложности в образовательном центре будут заниматься более 1000 человек, однако в рамках первого этапа примут только 360 детей. 5 ноября стартует набор в детсад. Запись в начальную, основную и старшую школу откроется 11, 18 и 25 числа соответственно. Занятия для попавших в первую волну начнутся в январе следующего года. Полную комплектацию учеников проведут в преддверии официального открытия центра 1 сентября 2020. Около 15% учащихся будут из приемных семей. Абсолютно всем при поступлении потребуется предоставить стандартный пакет документов. В случае перевода из другого учебного заведения необходима справка об успеваемости.